Бойцы полка «Днепр-1» двигались в сторону Песков. На них было совершено нападение, и они вызвали подмогу в виде техники. Танк также попал в засаду диверсионно-разведывательной группы. Выжить было нереально. Погиб весь экипаж, в том числе и 4 бойца полка «Днепр-1». Попадает заряд, огонь распространяется внутри, все сжигает внутри. То есть весь экипаж. Если доходит до БК, то есть происходит детонация. Взрывается весь боекомплект. Улетает башня, улетают траки, все улетает во все стороны. Сгоревший танк здесь давно. Разрушения в близлежащих селах внушительные. Снаряды долетали сюда. По пути в Пески попадаем в Республику Мост. Республика, ну потому что республика, потому что все, много, все едут сюда, собираются здесь как бы. И волонтеры приезжают, изначально сюда заезжают. И все съезжаются из других подразделений здесь, как бы столица. Пески сами слышали. Сейчас затихло, буквально 5 минут, 10 минут назад. Вы сами слышали взрывы. Работали 120-ки, 120-е минометы и стрелковое оружие. Стрельба в Песках прекратилась, и мы едем в населенный пункт. В поселке нет живого места. Разрушен каждый дом. Вам просто здесь надо пожить пару дней, чтобы понять, как тут смерть ходит близко. Там мы сейчас ходим, как бы, да, все, безопасно. Ну вот, осколок от мины, например. Угу. Вот такое попадает в человека и рвет его. Военные говорят, местных здесь найти очень сложно. Во всем населенном пункте из гражданских осталось 4-5 человек. Но по счастливой случайности одного жителя Песков мы встретили. Называть имя, показывать лицо боится. Говорит, никому не доверяет. Не на камеру мужчина рассказал, почему здесь остался. Какая эвакуация? Что такое эвакуация? Подогнали технику, загрузили имущество человека и увезли. А то, что убежал, как собака с паспортом, это уже не эвакуация. Каждый день начинается это стрельба, стрелкотня, мины прилетают. И как бы вообще вот это наше гуляние с вами, вот так, это очень плохо. По той причине, что вот такая случается штука. Вот видите? Это 80-ка прилетела. Вон, побитый забор, естественно. Скошенные деревья, скошенная трава. На своем пути ничего не оставляют. А там что происходит? Бой. На соседней улице? Да. Что происходит в поселке Пески? Кто помогает жителям Авдеевки? Чем эти населенные пункты так привлекают вторую сторону конфликта? Это и многое другое происходящее в зоне АТО вы сможете узнать в спецпроекте «Донбасс сегодня». В понедельник, 13 июля в 19:45. Евгения Мельник, Юрий Васильченко из Донецкой области. ТВ5.